разов. Представляете, мы к вам приходили. Ты, конечно, извини, но меня волнует один вопрос. С финалистами мы уже определились. Надо определить лидера нашей команды. Вы не против? Лидер нашей команды должен быть мужиком. Лидер нашей команды должен быть с пупком. Слава, а что ты такое говоришь? Пупок у всех есть. Угу. Лидер? Что ты пришла опять? Я мужик. Чем докажешь? Дерни за палец. Иди этим пальцем тому пупок проделай. А? Ника. Ну и самое главное, лидер нашей команды должен быть не девственник. Лена, иди сюда, я дерну за твой палец. Димка, у тебя пупок классный. Славка, вот тебе я помочь ничем не смогу. Команда КВН Петровский бульвар, поехали! А мы уверены, что даже в Семикаракорске есть гордый бомж. Здравствуйте. Вот, после корпоратива еда осталась. Покушайте. Конечно. Гордый. Гордый сдох. Случай в бильярдной. Мужчина, что вы делаете? Вам помочь? Я же профессионал. Я все же помогу. Вот так вот, да. Представьте, пилот, который боится высоты. Главное не смотреть вниз. Главное не смотреть вниз. Главное не смотреть вниз. Саша, как проходит поиск пропавших моряков? Все чисто, никого не обнаружил, продолжаю поиск. Главное не смотреть вниз. Главное не смотреть вниз. Случай в маршрутке. Мужчина, у вас телефон звонит. За проезд... Это не успел. За проезд передаю. Мужик, ну извини. Что ж, друзья, теперь настало время серии коротких миниатюр. Говорят, по глазам можно узнать многое, но мало кто знает, что со спины можно узнать гораздо больше. Итак, случай первый. В семье. Кто разбил мою машину? Случай второй. Любовь, отношения. Слав, я беременна. Случай третий. Парень, который случайно попал в гей-клуб. Прекрасно. Случай в парке. Антон, выпьем жвачку? Дорогая, что с тобой? Ну, со вкусом арбуза. Ну и закончить наше выступление хотелось бы серии коротких миниатюр у роддома. Возле таиландского роддома. Линдзяо! А! Родила? Родила! Кого? Мальчика! Ой, девочку! А нет, мальчика! Определись ты там уже, а? Давай она вырастет, сама определится! Возле цыганского роддома. Айза! А! Украла? Да! Кого? Девочку! Нафига мне седьмая девочка? Поменяй на пацана! А может на халат? Ну, если только на махровый. Возле голландского роддома.
Сельма родила. Что ты смеешься? Это не я, это наш маленький вам Бобби. После партизанского роддома. Анна родила. Я тебе ничего не скажу. Ну и напоследок, после медвежьего роддома. Дорогие друзья, а что хотелось бы сказать в конце? С вами была команда КВН «Петровский бульвар», а ты и Дагиту Азов. Спасибо! Ну, без песни, ну, без песни такого.